Да, Купилская дума ищет различные способы, как поддержать жителей и предпринимателей города и помочь им преодолеть последствия кризиса, вызванного COVID-19. Один из видов такой поддержки – продление сроков уплаты налога на недвижимость в 2021 году. Соответствующее решение было принято депутатами на заседании Думы 28 января. Плательщики налога на недвижимость оплату за первый квартал этого года могут произвести до 1 июня, за второй квартал – до 1 августа, за третий квартал – до 1 октября, а за четвертый квартал – до 1 декабря. Это относится как к физическим, так и юридическим лицам. Аналогичное решение о продлении сроков было принято и в марте прошлого года. Самоуправление разрабатывает и применяет другие механизмы поддержки. В прошлом году Дума дала местным организациям и предпринимателям, серьезно пострадавшим от распространения COVID-19, возможность получить льготу по налогу на недвижимость до 90%. Владельцы крупных торговых площадей, сдающие их под аренду, для того, чтобы получить скидку, обязаны были предоставить ее и своим арендаторам. В результате поддержку Думы получили более 20 предприятий, затронутых кризисом коронавируса. Общая сумма льготы по налогу превысила 150 тысяч евро. На данный момент разрабатываются и готовятся к утверждению обязывающие правила, которые позволят пострадавшим от распространения коронавируса предприятиям получить налоговые послабления в этом году. Кроме того, многие категории жителей и предприятий ежегодно получают льготы по налогу на недвижимость, не связанные с COVID-19. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.